«Мы должны выглядеть как стартаперы, а не как инвесторы», сказал Евгений Касперский 11 октября в ходе пресс-конференции «Кибербезопасность СУТП. Время действовать вместе», которая проходила на базе университета «Иннополис». Мы активно работаем по системам защиты индустриальных систем и в первую очередь критической инфраструктуры. Почему «Иннополис»? А потому что именно здесь, спасибо правительству Татарстана, Республики Татарстан, именно здесь мы увидели огромный интерес и понимание проблем. Именно здесь нам открыли все двери и активно помогали нам в наших проектах. Один из этих проектов – это центр компетенции по промышленной безопасности, который сейчас работает на базе Иннополиса. В ходе конференции не раз было упомянуто, что Татарстан входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством кибератак, а также об инициативе создания республиканского клуба IT-директоров, который на постоянной основе будет взаимодействовать в области информационной безопасности с лабораторией Касперского. Мы сейчас с некоторыми центрами ведем, в том числе вот и с Иннополисом, ведем такие совместную деятельность, во-первых, на повышение осознаваемости этих проблем, во-вторых, на подготовку специалистов, потому что их нету, этих специалистов. А они нужны. Мы считаем, что они нужны. Поэтому вот мы и работаем. Лаборатория Касперского уже давно работает в сфере индустриальной кибербезопасности. Эксперты компании накопили большую базу знаний об актуальных угрозах в этой области, что позволило Касперскому открыть в Татарстане центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах. Совместно с Танеко они планируют распространять данную систему на всю нефтегазовую отрасль. Вопросом Татнефти было принято очень грамотное решение. Это вместе с лабораторией Касперского отработать на предприятие Танеко отраслевое решение по защите объектов нефтегазопереработки, нефтехимии. И мы в этом направлении с Евгением Валентиновичем при поддержке Министерства информатизации и связи Республики начинаем работать. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.